Небыло фикс Вася и купила всяких штук. Интересно, что эти штуки будут делать и зачем они нужны? Сейчас я их вам покажу. Давайте начнем такого вот наборчика. Та-дам! Та-дам! Я его сейчас открою. Знаете, что это? Это отделение для ваших ног. Ну, можно еще для рук. Почему именно для ног? Еще для рук можно, чтобы украсить вот пальцы ног или рук. Здесь в набор таких две штуки входят. Фиолетовая и желтая. Они такие мягкие. Не очень такие мягкие, но мягкие. В них комплекте идет щеточка. Вот эта железная штука, чтобы ногти вот так стричь. Это точилка для ногтей. Сейчас я все сложу вот такой вот с этой сумочкой. Почему с этим? Зацепилась чётко. Вот такой вот набор. Мне он даже понравился. Следующее. Вот это наклейки для ногтей. Так. Это крылышко. Сейчас найду рубаху. А тут рубахи нет, придется как-то рвать. Вот так вот. Здесь она вот так идет, вот эти вот. Теперь открываем. Вот есть такие вот цветочки красивые. Ну, еще тут есть вот такие всякие бабочки, цветочки, сердечки. Ну и последние это вот такие вот полоски, цветами просто. Ну, вот такие всякие. А еще я купила травы для ногтей. Распаковываем. Вы можете сверху, снизу, кто купил, кто прислал, может сверху, снизу. Мне без разницы, я решила снизу. Вот здесь есть синий, розовый, голубой, красный, серебряный, зеленый, светло-розовый. Вот здесь такие много разных цветов, просто белые еще здесь есть. Вот такие вот. Супер красивые. Смотрите, у меня есть вот такие палочки. Это специально для вот этих стразов, чтобы было удобнее их клеить себе на ногти. Сейчас я распакую. На одной стороне лопатка, а на другой иголочка. Наша знакомая иголка. Это, наверное, я буду часто использовать, потому что я люблю лаком красить. У меня очень много лака. Теперь вот я вам покажу вот такую губку-киску. Мяу-мяу-мяу. Это вот такая она розовая, белые глазки, черная вот здесь белая. Вот такой вот милый котик. Он здесь так шуршавый. Но он пустой. Очень жалко, что он пустой. Вот такой вот красивый кошелечек. А закрывается для меня очень. И последнее то, что у меня есть, кошелек. Сейчас откроем. Все здесь так хорошо упаковано. Опля. Это нам не надо. Вот такой вот кошелечек. Такой подвеска с бантиком. А сзади вот такие вот пятна. И впереди пятна. Сейчас я его открою. Это специально для меня. Он тяжело открывается. Потому что я очень люблю тратить все.
Он здесь так шуршаво. Но он пустой. Очень жалко, что он пустой. Вот такой вот красивый кошелечек. А закрывается для меня очень легко. Здесь я буду хранить деньги. Ставьте лайк. Я сейчас пою песню для вас. Лайкни меня. Лайкни меня. Ты да лайкни меня. Знаете, что эта песня значит? Значит, чтобы вы на меня лайкнули и подписались. Всем пока!